Историю города создают люди, живущие в нем. Отмечу, Новый Уренгой славен трудовыми династиями. Это учителя, врачи, специалисты добывающей отрасли, также те, от кого напрямую зависит наша безопасность – спасатели. Семья пожарных трудится в Новоуренгойском гарнизоне. Об отраслевой преемственности поколений в сюжете Елены Яковенко. Огонь – одна из стихий, которая может как приносить пользу, так и уничтожать. С разрушительным действием пламени пожарным приходится сталкиваться постоянно. Дома, магазины, машины, резервуары, наполненные горючими материалами, человеческие жизни. Евгений Мелехов на службе 30 лет. Он и не вспомнит, сколько на его счету спасенных зданий и людей. За это время приходилось сталкиваться даже с огненным адом. Работа рисковать, работа... Мы ее выбирали для этого. Работа пожарная, как есть поговорка, пожарный спит, страна богатеет. Но иногда он, если он работает, то он работает. Иногда, если вы заходили, у нас, видите, есть и памятная здесь доска, сколько у нас погибших уже людей на пожарах. То есть люди и получают зарплату, но и чем-то и жертвуют, и своей жизнью. Карьера Евгения Мелехова началась в 1982 году. Выбрать именно эту профессию ему помог интерес к пожарно-прикладному спорту. Окончил профильное училище в Алмате, после чего заступил на службу в Павлодаре. В сентябре 1994-го Евгений Михайлович приехал в Новый Уренгой после солнечного Казахстана на северный край земли. Тогда спасатель испытал на себе суровые условия погоды. Когда я приехал сюда на поезде, во-первых, меня поразили холода. Это был сентябрь месяц, но почему-то было так до такой степени холодно, что невыносимо. Значит, мы стояли с другом, значит, с командой стояли за хлебом, тогда не так много было магазинов здесь у нас в Уренгое. Очередь выстраивалась даже на улице. Мы стояли, значит, я точно помню, что я очень сильно замерз. И картину такую наблюдаю, что проходит женщина с маленьким ребенком, и она кушает мороженое. Для меня было до такой степени это дико. В Новый Уренгой Евгений Мелехов приехал вместе с женой и двумя детьми. Дочки выросли и пошли по стопам отца. Старшая Зарина работает диспетчером. Профессию выбрала осознанно. С детства путешествовала по пожарным частям. С тех пор и затянула, шутит девушка. На службе нашла свою судьбу. Мужем стал пожарный. Помню мамины чувства, да, что она сидела возле окна и ждала, вот, и очень нервничала и переживала. Но могу сказать, как жена тоже пожарного бывшего, да, то могу сказать, что да, у меня это было. Но со временем, когда ты работаешь в этой системе, ты понимаешь, что он обучен, он знает свое дело, он человек с головой. Новый Уренгой стал семье Мелеховых настоящей родиной. Здесь выросли и встали на ноги не только дети Евгения Михайловича. Уйти в большое плавание готовятся и внуки. Елена Яковенко, Феликс Расихин, Антон Берестянский. Служба новостей «Импульс».